Блин, ракетку потом не забудь свою. Я на улице вообще не играю. Не, ну сейчас в зале играть и что? Этот, сжарим там. Я понимаю, но с таким ветром пойду. Ну ветер, да, ветер, конечно. Ветер, ну каждый год, одно и то. Ну, так. Я тут не понял, что ты играешь. Не ведешь породы, да? Да, честно, швабра, полусупы. Пока, может, и разминаю. Я думаю, что мы с тобой. Ветер утих немножко, не? Ну да, похоже. Похоже, утих. А, можно сразу разыграем? Что, че? То что? Ну, да, че?
Так, у меня фиг поймешь, что я что-то. М. Правильно, крути. Ну, крути, давай. Ну, что? Стоп. А, правильно. Ну, правильно. Крути правильно, да? Что я хочу? Я беру прием. Прием. Когда мне надо поле нужно, да? Да. Давайте. Я вот это. Понял. Так, они, кажется, мы сейчас разминку делаем, они придут в начало, да? Приходят на начало, конечно. А я не знаю. Да, приходят. Правила, да, бросают. А, ну пускай бросают. Монетку. Хорошо, что еще монетки есть. Вас звать как? Владимир. Владимир. Сергей. Сергей, да. Владимир. Все. Вы с братом погодки, что ли? Нет. Он младший. Ему вот в этом году будет 60. А мне уже 60. Ну, 62 с вами. Да. 57. 57, я 56. На год старше. Ну, я 57, это что, за февраль? И я февральский. Да? Да. Последнее число, нет? 29 февраля. Я думаю, это вот так, смотри, как меня. Да. Мне везло, знаете что? Я не везло одно. Я работал даже. Мне девушка работает, мне бы катачок, 28 лет. И все кругу с первого. Соседка даже то же самое, 27. Так, вам как лучше? Что ты сначала?
Да, наверное, не придет. Сейчас подача просто тренировочная. Да, да, подавайте, давайте. Сюда, сюда. Да, сюда. По три подачи. Еще, да.
Ну что, Лёха, так нельзя! Ну так нельзя! Ты что
вагона. Я не потерял. Нет.
Да вот, иди посмотри, иди посмотри. А что смотреть, там на тебе много. Да вот, да, да, один свет, вот. Я это не буду обманывать, зачем? Thank you.
После твоего рассказа я, блядь, подумал, все, с инвалидом, как я тебе буду играть? Надо парня жалеть, надо... А ты забитый как гад, с бабушками играть, сидите, я все, я понял такую карту. Я с бабушками играю, честно. Ты можешь ходить посмотреть, каким я играю с бабушками. За 70 лет все бабушки, и дедушки, у меня все. И те, которые плохо играют, все, я стою играю. Это ветер еще вдобавок, вот. Да ладно? Ты нормально играешь просто, понимаешь? Ну это да. И двигайся ты нормально. Ну, нормально не хуже меня. Ну сегодня тогда. Могу одно работать. Двигайся и делай. Сегодня я еще... Вот это странно, что она еще работает. А так я вот так делаю, вот, играю с ним. А ну я начал играть, думаю, вообще думаю, бля. Сейчас, ну, раз укоротил, думаю, ёбка, как для инвалида, блядь, как буду это самое. А нельзя освободиться, вот что интересно. Внутри вот сидит вот это понятие, что, блядь, ну да. Человек инвалид должен. Ты не могу освободиться, чтобы, блядь, ну нормально. Знаешь, я одну могу сказать. Вот, когда мне делают первую ногу,
я заморозился, напялил что угодно и поехал играть. Играл с кучей. Приехал и говорил, если я выиграю хоть один день, я буду играть. Если я все прошу, то до свидания. Нахуй. Просто я что можно намотал на эту ногу. И он мне потом говорит, слушай, ты так носился, какой ты инвалид. Ну я один день выиграл. Вот поэтому я еще играю. Какой-то инвалид, нормальный, блядь. Для нашего возраста нормально мужик. Мы все чем-то страдаем, всех у нас перевязано. Ну, я не знаю, что мне делать. То ли вторую операцию делать, то еще. Я все время делал вот после этого. Вот это я делал опять после двух операций. Вот когда делал? 1 сентября. Так, ладно. Это все лирика. Да. Ладно, давай. Все четыре я подаю. Давай. А вот оттуда подают, да? Я подаю, да, отсюда. Переходит у меня. Давай, давай. Заднюю линию отведем. Я заднюю линию. Хорошо, хорошо. Ну там вообще там чуть-чуть пробегаешь и все. Сейчас надо разнести. Давай, подожди, разнесу. Давай разнесу. Да, нести-то, в принципе, что-то снести. Он только пыль поднимает. Алло. О, здорово, здорово. Да, чемпионат, да. Да. Хорошо, хорошо. Спасибо. Да, это пока 6-4 проиграл, я бы. Так что забыл, да. Спасибо, да. Буду. Давай, свяжемся вечером, да, пока.
тебя подать. А? Грязь я не обманываю, зачем тебя обманывать? Thank you.
Чтоб это там. Давай, давай. Да, не будешь руки нажимать, чтобы они не видели. Давай, я бы и сет сыграл бы. Как ты по здоровью? Давай, хорошо. Давай. У тебя мяч есть? Да, давай, ну все, поехали. Давай, давай, там. Да, да, 30-40 было.
его. Такое, а? Такое.
Ничего страшного.
У них же еще какой-то бой. Кто? Турнир такой, написан. 55, 14 июля, что ли, Хасанский. Там, 10 дивизий. А, это Антон, наверное, организовывает? Не, я не знаю. Антон это свое, у него там эти, каждый воскресенье. А он каждый воскресенье, а он может быть взять и организовать там как-то? Нет, там вот эти по возрасту. Там-то у него не по возрасту. Нет, ну не по возрасту. Ну а может он там и входит в это, а он от Хасанской проводит турнир. Там а еще какое-то объявление, я видел. 14 апреля. Ну как всегда, пятница, наверное, суббота, воскресенье. Надо будет посмотреть. Ну там 55. Там нет такого. Пары или одиночки? Нет, там одиночки, по-моему, пара 55 плюс последний. Ну 60 они не берут просто. Там многие 65 играют. 50. Я тогда играл 40 плюс. Так, значит, забирай, давай там говори, да. Что выиграл. Ну я сдам, хорошо. Все, сдается, давай. Сдам, да. О, все. Дернул опять. Вот, таблетки тут сдаёт. Ну ладно, а завтра дожди. Дожди, похоже, будет. Да. И всю неделю эти ветры. Ну сегодня тоже дождь был, кстати. Был, пролило хорошо при том. Да. Поэтому если ты так завтра, как сегодня, то. Нет, ну это да. А так ты там, по-моему, целыми днями, по-моему, ожидаешь. Дай каждый день играть, верно. Да нет, я понимаю, ладно. Лучше играть в зале. Ветра нет. Он сейчас... Это с ветром что-то еще связано. Из-за этого ветра с ума. Ну ладно, давай. Я спасибо. Ясно. Значит, тебе 24 года, я понял.